Друзья, всем огромный привет! Армянский лаваш – это универсальный продукт, с помощью которого можно приготовить много различных блюд. И вот сегодня мы приготовим треску, завернутую в лаваш и запеченную в духовке. Лук нужно порезать полукольцами. К луку добавим соль, яблочный уксус, воду и таким образом замаринуем. Помидоры порежем пластинками. Сыр натрем на средней терке. Возьмем яйцо и взобьем его. Посолим по вкусу и добавим 2 ложки сметаны. Сюда же добавим весь натертый сыр. Перемешиваем и оставляем в сторонке. В отдельную миску выложим половину маринованного лука. Добавим французскую горчицу, одно яйцо и руками порвем петрушку. Заправим все растительным маслом. Измельчим все, погружаем блендером. Должен получиться соус. Сюда же добавим оставшуюся сметану и перемешаем. Форму для запекания смажем растительным маслом. На лист лаваша примерно 25 на 25 сантиметров выкладываем парочку пластинок помидор. Рыбу обмазываем соусом и выкладываем поверх помидор. Сверху выкладываем немного маринованного лука. Начинку заворачиваем в лаваш и выкладываем в форму для запекания. Теперь поливаем конвертики сырной смесью, которую приготовили раньше. Отправляем запекаться в духовку при температуре 180 градусов минут на 40. И вот посмотрите, какое прекрасное блюдо у нас получилось. Сверху аппетитная хрустящая сырная корочка, а внутри сочная и вкусная рыба. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии, на которые я обязательно отвечу. Жмите колокольчик. Если вы не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До новых встреч.